Добрый вечер, друзья! Всех причастных поздравляю с крещением наступающим. Пусть в вашей жизни все будет отлично. Меня зовут Светлана Пузырина, я интернет-предприниматель с 2011 года. На сегодняшний день я развиваю два проекта, один из которых Nihao BNB. Мы сегодня не будем говорить о маркетинге, мы сегодня не будем говорить о целях, да, о зачем мы сюда пришли. Сегодняшняя наша встреча называется «Мотивация к действию». Я заранее прошу прощения за свой такой голос, потому что я немного болею, но даже несмотря на это, в моей жизни присутствует мотивация, именно мотивация к действию. Потому что любое начинание, которое мы с вами когда-то, к которому приступаем или которое появляется в нашей жизни, оно мотивировано обязательно чем-то. Я сейчас, пожалуй, сделаю демонстрацию экрана, и мы вместе с вами прочтем, что же такое мотивация. Вам видно экран? Кто-нибудь скажите мне или напишите. Угу, спасибо большое. Спасибо, Кристина. Итак, мотивация. Это некая сила, которая заставляет людей действовать и добиваться поставленных целей. И вот отсюда давайте и будем плясать. У нас сегодня, к сожалению, очень много времени уходит на дискуссии. Дискуссии о том, а что такое Nihao BNB, а зачем он вообще нужен, а кто его там основал, а вот люди не получают ничего. Ну да, да, давайте согласимся. Согласимся с тем, что Nihao BNB – это тот вариант, когда требуется мотивация и именно к действию. Вот я для себя здесь набросала несколько вопросов. И сейчас я попрошу в чате ответить на них. Скажите, пожалуйста, есть ли среди вас те, у кого нет своей жилплощади, то есть своей квартиры, своего дома. Есть такие? Не стесняйтесь, пишите, это не страшно. Я не понесу эту информацию куда-то там. Вот уже человек написал, есть. Угу. У сына еще нет, Елена, да, не задачка. Айгуль пишет, ипотека Щеглова. Есть, отлично. Угу. А вот Елена написала, что у нее есть квартира, а у сына пока нет. Я даже спрашивать не буду, сколько лет сыну. Но у кого из присутствующих, вот 5 лет, и Елена уже задумалась, что у сына нет жилплощади. Скажите, пожалуйста, у кого уже извините, кот мешает. У кого уже есть недвижимость для несовершеннолетних детей? Не только у вас, но еще и у ваших несовершеннолетних детей. Тишина. Ну, значит, ни у кого нет. Так. А теперь напишите мне, пожалуйста. Вот нас здесь сегодня сейчас 30 человек. Всего 30 человек. Но эти 30 человек – это те люди, которым что-то в жизни надо, если вы пришли на наш тренинг на сегодняшний, да? Вот теперь скажите, пожалуйста. Есть ли у вас
намерение закрыть ипотеку, купить себе недвижимость, обеспечить недвижимостью детей, неважно, сколько им лет, обеспечить детей отличным образованием, не училище, где там на трактористов учат, а именно хорошим образованием. Есть? Отлично. Конечно, есть. У нас у всех есть намерение что-то сделать, если уж не для себя, то для детей. Но я вам открою большую тайну, большой секрет. Все дело в том, что если вы оставите в намерениях только перемены в жизни ваших детей, то у вас ничего не получится. На первом месте всегда должен быть я. Когда вы пропишете все свои желания для себя, ваши желания, ваши мечты, ваши цели начнут осуществляться. Но они тоже не будут осуществляться просто так, потому что у нас на сегодняшний день с неба ничего не падает. Я вам больше скажу. Даже если вы будете платить огромные деньги коучам, тренерам, еще кому-то, у вас в жизни ничего не изменится. Потому что на всей планете Земля не существует волшебников с палочками волшебными, которые могут вас мотивировать. Мы с вами можем говорить бесконечно, друзья мои, бесконечно. Как это здорово прописать на листочке, записать все, перечислить 3 раза в день, по утрам, вечерам и еще среди ночи желательно, когда петухи начинают петь, все это читать. Но ничего не изменится. От слова совсем. Почему? Кто знает ответ? Знаете ответ? Напишите кто-нибудь. Или микрофон возьмите. Конечно, Светлана, все правильно. Потому что надо действовать, да. Но самый главный мотиватор у нашей жизни – это мы. Сам себя должен мотивировать. Правильно, Жулдыз. Именно так. Не существует никаких тренеров, тренингов, никаких, чего там они делают, я забыла слово это сказать. Ну, в общем, короче, программ каких-то, да, которые заставят меня изменить мои мысли. Есть единственный человек на планете, который может пнуть меня под зад и заставить что-то делать. Это я. А в вашей жизни это вы. И если у вас нет сегодня денег на то, чтобы купить ребенку игрушку, это значит, что вы человек, которому все нравится. Я живу давно на этой земле. И были времена, когда я лично не могла купить детям игрушки в магазине. Ну, во-первых, их практически не было, были одни пластмассовые куколки и машинки. А во-вторых, и денег-то не было. Сейчас жизнь изменилась. Тогда их взять было негде. Но тогда, сколько там лет-то прошло? Почти 40. Чуть меньше, может быть. Тогда я для себя решила, что я наизнанку вывернусь. Но для своих детей я сделаю все.
У них не будет проблем. У них не будет того состояния, как правильно сказать, это не зависть, это состояние обиды, что ли, когда там подружки одевают красивые одежки, когда у них красивые игрушки, а у моих нет. Я не знаю, может быть, для вас это не мотивация. Для меня это была самая большая мотивация. Самая большая мотивация. Понимаете? Вы когда-нибудь оказывались на улице с детьми? Я, пожалуйста, прошу, Игорь, выключите микрофон. Скажите мне, пожалуйста, напишите. Вот Светлана пишет, да. И я оказывалась. Был такой период в моей жизни, когда я с тремя детьми осталась на улице. Это не потому, что у меня там что-то отобрали, ну, в смысле, там, не знаю, где-то я там профукала эту квартиру. Нет, так получилось. Я просто квартиру мужу оставила, бывшему. А мы с детьми ушли. Скажите мне, пожалуйста, является ли вот это состояние мотивацией к действию? Конечно. Спасибо, Жудов. Конечно. Потому что когда ты на улице, когда ты не знаешь, где ты завтра с детьми будешь ночевать, ты будешь искать. Ты будешь искать варианты и возможности. И не было на тот момент человека, который мог бы меня смотивировать действовать, кроме меня самой. Еще дети были. Пожалуйста, не включайте видео, не показывайте свои голые торсы. Это вообще никому не нужно. Это мотивация, понимаете? Ну, если бы кто-то ко мне подошел и сказал: слушай, да ладно тебе, чего ты там? Не ходи туда, не ходи сюда. Не делай то, не делай этого. Ну, живи так, как уж пришлось. Ну, вон, какую-нибудь сарайку сними, что, собственно, мы тогда сделали. И живи всегда там. Как вы думаете, что бы я сказала бы этому человеку? Я думаю, вы правильно думаете. Этот человек больше бы не появился в моей жизни, понимаете? Поэтому, когда мы ведем речь о мотивации, мы все время почему-то думаем о том, что нас кто-то должен мотивировать. Нет, ребят, нет. Если мы пришли в интернет, это значит, что мы пришли выполнить какую-то очередную свою миссию, цель. Вот у меня внуки есть, у детей, слава богу, есть недвижимость, у меня есть, а у внуков пока нет. Для меня это мотивация. Да, они маленькие, может быть, эта мотивация еще не такая уж она сильная для меня, да? Но время-то идет. И не успеешь оглянуться, 10-15 лет пролетит, не глядя. Но кроме этого, кроме того, чтобы обеспечить там внуков недвижимостью, есть еще жизнь. И много из того, что мы для себя не сделали. Напишите, пожалуйста, в чате.
Сколько стран за свою жизнь вы уже посетили? Гуля, 17, отлично, одну. Вот, действовать надо, Мария. Две. Одна, две. А сколько стран всего в мире? Кто знает? Ну, чуть больше 200. Все правильно. Вы представляете, какое поле деятельности? Одна страна, 6, 4, а их больше 200. Больше 200. У нас сегодня зима в Питере. Холодно, скользко. Сейчас ходила в садик, упала. Очень сильно ударилась. Не нравится мне такая погода, понимаете? И, конечно, у меня есть мечта, есть цель. И уехать из этой страны. И просто попутешествовать в какие-нибудь теплые страны. Да, говорю, спасибо, 20 не надо посещать. Ну да, да, согласна, есть такие страны, которые не надо посещать. Как вы думаете, если вы себе поставили цель хотя бы 3-4 страны в год посещать, вам достаточно будет минимальной зарплаты? Кстати, а здесь есть среди присутствующих те, кто работает по найму? Нет? Супер. Нет, есть. К сожалению, есть. Но ничего страшного, это временно. Это временно, потому что если вы сегодня для себя установите правила мотивации, а оно простое, никто, кроме меня, то, может быть, и работать вам уже не надо будет. Почему? Ну а зачем работать-то? Даже если вы каждый день будете ходить на работу там, за 50 тысяч рублей, вы все равно на эти деньги не исполните ни одного своего желания. Никакого. Потому что если вы ходите на работу, это однозначно, что у вас есть какие-нибудь кредиты или ипотеки. И вы цепляетесь за эту работу только по одной простой причине. Этой зарплаты вам гарантированно, как бы стабильно должно хватать на оплату этого кредита или ипотеки. Но вы теряете время. Выбор, я никого не уговариваю бросать работу, боже упаси, принимает каждый сам решение. Я просто знаю по собственному опыту. И поэтому я практически никогда не работала по найму. Мало, во всяком случае. Только мои действия, только моя личная мотивация может изменить в моей жизни все. Читая чаты по Нихао Би-эн-би, мне порой жутко становится, просто жутко становится от мышления людей. Вот здесь мы с вами переписку ведем, и вот Светлана написала, действовать надо, ну, работать надо. Не знаю, что вы имели в виду. Мысль бездействия равна нулю. Для кого-то мотивация к действию означает
движение, приносящее результат. А для кого-то мотивация не означает ничего. Слышали когда-нибудь о такой профессии, как водитель дивана? Слышали, нет? Нет, не слышали. Ну, вокруг нас их огромное количество. Это люди, которые имеют диван, телевизор и немножко денег на пиво. Их профессия называется водитель дивана. Их оттуда не выгонишь ничем. Никогда. У них все хорошо. И если даже вы будете им говорить о том, что да есть другая жизнь, кроме вашего дивана, они вам никогда не поверят. Просто потому, что их все устраивает. Им там хорошо. Им по барабану, сыты ли дети. Одеты, обуты, есть ли им в чем пойти погулять. Им все равно. Вот мы с вами к этой категории не относимся никак. Понимаете? Мы с вами не просто думающие. Мы с вами люди, которые привыкли действовать. Потому что мы с вами сами себя мотивируем. Мы с вами, только мы с вами можем себя подтолкнуть к действию. Если вы сегодня меня слушаете, это не значит, что вы прямо сейчас должны правильно меня понять или там правильно меня услышать. Нет, моя задача сегодня – донести до вас ту исключительность, которая в каждом из вас есть, потому что вы сами и есть исключительность. Вы то золото, которая досталась вам за так. Но у вас еще есть дети, уже, может быть, внуки, любимые. Я сейчас обращаюсь к мужчинам. Напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас на прошедшие праздники новогодние сделал своим любимым женщинам подарок более чем на $1000? Не стесняйтесь, это здорово. Нет? Ну, $1000 – это всего 2 BNB. Ираклий, я не сомневалась. На 25 тысяч, ну, тоже хороший подарок, но это чуть больше 0,5. Милые дамы, а теперь напишите, пожалуйста, в чате, а кто бы из вас хотел, чтобы вам на каждый праздник
ваши мужчины делали подарки на 1000 долларов, на 2, на 5. Не стесняйтесь. Ну, или самим себе подарить. Не у всех мужчины есть. Конечно же, хочется. Получать подарки – это здорово. Сама себе могу. Все правильно. Мы сами себе можем подарить. Делать подарки. Так вот, очень приятно получать подарки, но не все могут себе это позволить. Знаете, если человек в 30, в 40, в 50 не может себе позволить делать такие подарки любимой женщине, это значит, женщинам нужно просто изменить свою собственную жизнь. Дарите подарки себе сами. Если у вас есть мужчина, который не зарабатывает, дарите себе подарки. Зарабатывайте деньги и тратьте их на себя. Не покупайте своему безденежному мужчине хорошие часы, хороший телефон. Нет, этого делать нельзя. И может быть тогда в вашей жизни, в вашей голове точнее, наверное, появится не знаю как, осознание, нет, уважение к себе, вот. Уважение. Самая большая ошибка женщины, которая умеет зарабатывать, заключается в том, что она заработанные деньги тратит не на себя. Может быть, у вас по-другому в жизни. У меня было именно так. И на сегодняшний день я точно знаю, любая мотивация работает только тогда, когда я сама себя мотивирую. Когда я чего-то очень хочу. Кстати, милые дамы, какая мотивация нужна вам для того, чтобы приготовить вкусный обед? Ну, вам на тренинг надо сходить или куда? Коуча какого-то послушать, или, может быть, там, не знаю, пройти курсы. Никакой мотивации Елене не нужно, любит покушать вкусно. Барышни, не стесняйтесь, напишите, какая мотивация вам нужна для того, чтобы приготовить вкусный обед. То есть, Ольга, если у вас будет плохое настроение, но дети голодные, вы готовить не будете. Правильно я поняла? Вот видите, вообще не готовит Гуля у нас. Это тоже правильно. Это значит, что она достаточно обеспечена, чтобы накормить себя не дома. Я тоже люблю такие обеды, как Гуля. Приготовлю, но невкусно. Почему я задала вопрос про обеды, да? Почему? То есть мотивация. Что такое мотивация? Ребят, мы можем с вами... Вот мы уже 30 минут разговариваем. Точнее, я тут вам что-то говорю. И можно говорить на эту тему бесконечное количество времени. Но когда мы просыпаемся, у нас в голове
уже есть определенный план действий на день. Кому-то на работу побежать, кому-то детей в садик отвезти, там, ну, какие-то дела у нас такие насущные, да? И только у единиц практически в голове нет вопроса, где взять денег на продукты, на кредиты. Основная масса населения, ну, во всяком случае, вот нашего СНГ бывшего, да, или что там, Советского Союза, у большинства людей один вопрос, где взять денег. Но это не мотивация. Это проблема. В голове. Потому что если у вас есть цель, если у вас есть мечта, пусть даже самая маленькая, просто купить продукты на неделю, вам Вселенная даст ответ и даст возможность. Вопрос, зачем вам это надо? Ну, водители диванов ведь живут нормально. Им много не надо. Им все равно, что они живут в хрущевке там в какой-то или там, не знаю, где-то в пятиэтажке, там 30 квадратных метров на 8 человек. И им по барабану, что их дети, внуки будут жить в этой же клетушке. Они водители диванов, понимаете? Я сегодня в очередной раз для самомотивации смотрела один из роликов. Есть такой сетевик Александр Перевезенцев. Смотрела его ролик. Я сейчас сделаю демонстрацию экрана, включу вам его. Послушайте его внимательно. Пересмотрите, по 100 раз пересмотрите. И вы поймете, что не существует никого на этой земле, кто может вас мотивировать на какие-то действия. Есть только один человек. Это вы. Все мечты, абсолютно все мечты сбываются. Их можно обозвать как угодно. Цель, мечта, не знаю, желание, жгучее желание. Но все осуществляется, если вы этого очень и очень захотите. Благодарю всех за то, что пришли. Смотрим видео. Напишите мне в чате, пожалуйста. Слышно? Здесь самый простой вывод. Ты берешь свои мечты, свои, не вот эти. Считаешь, сколько это стоит. И дальше понимаешь, либо ты учишься зарабатывать. Можно ли бизнесу круто вырасти только за счет кнопки продвигать публикацию? Нет. Можно ли просто отдать рекламу? Зарабатывать вот столько денег. Либо ты подходишь к зеркалу, посылаешь себя далеко, со словами «Чувак, у тебя никогда ничего не было и не будет, нежели богато и нехер начинать, мы с тобой чмо». И уходишь. Очень помогает еще написать письмо детям. У кого дети есть маленькие, классно помогает. У кого нет, можно будущему ребенку написать. Пишешь «Здравствуй, мой дорогой сынок. Сейчас тебе уже 20 лет, и ты знаешь, я знаю, что ты закончил дерьмовый институт в нашем стрёмном городе, потому что у меня не было денег на то, чтобы дать тебе образование в Гарварде. Ты знаешь, твой папка лох. Потому что, когда ему показывали бизнес-возможности, он очковал. Он задавал лишние вопросы из серии «Так не бывает». Почему? Потому что. Ну почему? Ну потому что не бывает никогда.
Потому что, когда ему рассказали интересную идею, он сказал, я подумаю. Над чем? У тебя есть другой вариант? Покажи мне другой вариант, где с такими минимальными, мизерными вложениями, это даже вложениями это назвать нельзя, ты получаешь международный бизнес без границы, без таможни, без кучи геморроев в виде СЭС, пожарных и т.д. и т.п., где тебе будут помогать, обучать, и профессионалы будут за тебя рассказывать презентации. Покажи мне бизнес, где ты можешь продавать деньги, не будучи банкиром, не вкладывая в это миллионы. Я подумаю, вот над этим подумай. Неважно, понял ты то, о чем я тебе рассказывал или не понял. Неважно, нравлюсь тебе я или не нравлюсь. Все равно. Это твоя жизнь. Ее можно легко посчитать. Простейшая арифметика. Я надеюсь, что этому тебя в школе научили. Оторви шоры, сядь, посиди, подумай. Отмахнешься, Бог с тобой, кто-то должен обслуживать. Но если у тебя хоть чуть-чуть вот здесь вот есть логика и разум, то ты поймешь, что вариантов-то особо нет. Я пришел в этот бизнес, когда мне было 18 лет, я пришел продавать не вот такую потрясающую вещь, а косметику и БАДы. Я это ненавидел. Я пришел вообще для того, чтобы разнести презентацию. Меня позвала моя девушка, с которой я жил, сказала, пойдем со мной, притворись, как будто бы я тебя пригласил, если я никого не приведу, меня выгонят. Я пошел, думаю, ща я им там вопросы задам, что они пирамида. Пришел, посидел, послушал и подписался. Почему я подписался? Как вы понимаете, 18-летнему пацану не могли понравиться БАДы. А может быть, из-за того, что печальное тяжелое детство и розовые очки упали еще в младенчестве. О том, что ни хрена не случится просто так. Не прилетит волшебник на голубом вертолете. Не будет палки-выручалки и рыбку уже зажарили. Нет чуда. Кто мечтал найти чемодан с деньгами? И я мечтал. Только я очень рано понял, что никто не хочет потерять чемодан с деньгами. И никто тебе ничего не даст в этом мире. Вы уже взрослые люди, и вы должны понять одну простую истину. Вы сами творите свой мир. И если у тебя не хватает ума, дерзости или творилки, то welcome на рабочие места к другим творцам. А мы с вами знаем, что это весьма неблагодарное занятие просто по результату тех, кто на эти рабочие места ходит на протяжении всей жизни. Тебе сегодня 30 лет. Задумайся, когда было 20. Вчера. Щелк, и тебе 30. Кому-то из вас уже 40. Когда было 20? Вчера. Ты скажешь, ну как же, за день 30, а тут вот уже 40. 40 еще быстрее. А 50 еще быстрее. У тебя ни хрена не меняется в твоей жизни. Нет, сопротивляется она. Хоть сопротивляйся. Цифры. Либо ты учишься зарабатывать, либо иди к зеркалу и пиши письмо своим будущим детям. Я прошу прощения, что я заканчиваю на какой-то такой вот... Ну что ж, друзья, вот на этой ноте мы с вами и закончим сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, что она была полезна вам. Точно так же, как и полезно мне. Всем хорошего, плодотворного вечера и огромных успехов и денег с нашим Нихао BNB. Всем пока.